что, некуда бежать, Руди? Прошу вас, мистер Торетто, я ни в чем не виноват. Не я предал достопочтенного мистера. Замолкни. Мне надоели твои сопливые оправдания. Или ты скажешь мне, кто заложил сделку Маркуса, или я размажу твои жирные кишки по асфальту. Я клянусь, мистер Торетто, я не виноват. Ай-яй-яй, Руди. Ложь — это грех, а за грехи надо наказывать. Понятно? Думаю, ты меня понял, мешок дерьмо. Привет, Ларри. А, вот и ты. Привет, дружище. Ну что тут? Чертов шеф Брик разбудил меня ни свет ни заря, чтобы я разобрался, в чем дело. Да уж. Убитый Руди Гаспара, владелец небольшой пиццерии на Лейк-авеню, судя по найденным документам и нетронутому кошельку, был довольно состоятельным человеком. Значит, не ограбление. Уверен, будет очередной глухарь. Улик нет, можно, конечно, провести вскрытие и достать пулю из его головы. Но что она нам даст? Ни хрена она не даст, вот что я тебе скажу. Ларри, ты же знаешь, в чем дело. И я знаю, твою мать, Ларри, весь город знает, что ублюдки из клана Калучи ведут свои грязные делишки на улицах нашего города. Последний месяц эти твари перешли все рамки дозволенного. Ты видел, по новостям показывали ту жуткую бойню в кофейне Публицо? 20 человек убито, еще раза в два больше раненых. Хорошо, что хоть среди трупов было несколько этих собак Себастина. Я даже слышал, что погиб его двоюродный зять. Франко Пеленетти был дорог моему отцу как брат. Я не пойму, как вы имеете наглость говорить в таком тоне о члене нашей семьи, копы. Мистер Калучи, что вы, не обращайте внимания. Это все слухи, сплетни для старух. Как погиб этот человек? Ему прострелили башку, но сначала жестоко избили. Как будто пытали. Как будто хотели что-то узнать. Откуда такие подробности, полицейский? Я Клайв Честер, запомните. И попрошу обращаться ко мне по имени. Я делаю то, что хочу, коп. И ты мне в этом не указ. Ну что вы? Ах, значит, не указ, Калучи? Брось, ты же знаешь, кто его убил и зачем. Вот зачем тебя сюда послал твой папаша, я не знаю. Думаешь, никто не знает, чем вы занимаетесь? Думаешь, твой папочка тебя защитит? Ты даже не представляешь, на что нарываешься, Клайв, честно. Даже не представляешь. Ты еще об этом пожалеешь. Я не допущу такой наглости, коп. Твою мать, Клайв, ты что несешь? Ты знаешь, насколько могуществен Себастьян Калучи? Они растолщат тебя как муху. Я не могу спокойно жить, пока такие твари, как Калучи, губят наш город. Не могу, Ларри. Черт бы тебя побрал, честно. Ты отлично поработал, Рикки. Мне нравятся такие люди, как ты. Спасибо, господин Риотто. Я горд, что хоть чем-то могу помогать клану. Клан ценит твою помощь, малыш. Вот, возьми, это твое вознаграждение. Сегодня я доволен тобой. Сходи в какой-нибудь бар и как следует развейся. Или купи себе симпатичную шлюшку. Сегодня ты можешь расслабиться, Рикки. Спасибо, но у меня уже есть девушка. Ну тогда купи ей какую-нибудь побрякушку. Женщины любят всякую блестящую ерунду. Все, можешь идти. С тобой свяжется Марка. Слушаюсь.
Дорогая, я дома. Милый, спасибо. Я приготовила ужин. Ты даже не представляешь, как я проголодался. Ну, тогда бегом прими душ, а я пока накрою стол. Да, да, Роджер, мы уже знаем. Да, спасибо, что все же держите меня в курсе дела. Хорошо, до свидания, Роджер. Входите. Очень мило с вашей стороны, Лорен, что посетили меня. Здравствуйте, мистер Калуччи. Чем обязан столь приятному визиту? Я к Эрнанду. Я заходила к нему домой, но его там нет. И я подумала, может, он здесь, у вас. О, не переживайте, милая Лорен. Эрнанду скоро вернется. Просто он сейчас выполняет одно мое маленькое поручение. Ну тогда я подожду его дома. Не стоит, что ты, не стоит. Он скоро вернется и приедет прямо сюда. А пока мы его ждем, не хотите ли составить мне компанию за ужином? Рафаэль говорит, что приготовил восхитительного лобстера. Мистер Калуччи, вы же знаете, что перед вашим обаянием не устоит ни одна девушка. Тогда прошу вас, леди, пройдите за мной. Ну что, друг, готов? Да, мать твою, я всегда готов. Чего ты нервничаешь? Твой отец не дал нам задание, которое мы бы не смогли выполнить. Да. Все пройдет быстро и тихо, друг. Маленькое кафе в безлюдном районе. Несколько случайных посетителей. И одна цель. Пошли. Здравствуйте, мистер Крафт. О, сеньор Калуччи, для меня честь видеть вас в моем скромном кафе. Хватит пустой болтовни, Дэнни. Не узнаешь? Господь всемогущий, да это же Руди! Какой, однако, ты догадливый. Знаешь, Дэнни, что ценит мой отец в своих людях? Что? Преданность, Дэнни. Преданность, готовность отдать жизнь за процветание семьи. А знаешь, что его бесит? Предательство. О чем вы, господа? Чёртова ты крыса, Красти! Заткни свой рот, пока я тебе башку не разнес. Видишь, мой друг на злоде и готов в любую минуту свести курок. А ну заткните все живо! Пожалуйста, сеньор Калуччи, поймите меня. Волки поставили меня в трудное положение. Я не знал, что делать. А у меня семья, дети. Довольно, не плевать на меня. Я все знаю. Мой отец не прощает предательства. А теперь, если хочешь сохранить свою никчемную шкуру целой, отдай мне бумаги. Я знаю, что Риотто отдал их тебе. Они в сейфе в моем кабинете. Тогда дай нам ключи, ублюдок. Спасибо. Молчать, я сказал. Это займет всего пару минут, Мэдди. Не смей, я скоро. Ага, скучно мне не будет, да? Прошу вас, сэр, не стреляйте! Я тебе не сэр, а сеньор Домикус, мать твою, поняла? Да, сеньор Домикус. Да как вы смеете так вести себя с моей девушкой, я? Так, стой, рот! Что, неужели, блядь, трудно помолчать 10 минут? О, боже! Документы у меня. Пора заканчивать с этим. Да, друг, конечно. Держу тебя, машину.
Нет, подожди секунду. Вот теперь едем. Обожаю такие моменты. За них и умереть не жалко. Ты лучше, что я не лучше. А мне плевать. Ты всегда один, точно всегда.